Куда пропали рабочие? Челнинцы потеряли дорожников, которые занимаются ремонтом моста на выезде из города в сторону Нижнекамска. Сегодня въезжающий в город проезд по этому мосту закрыт, и это приносит много неудобств. Но терпеть их автолюбители были готовы, пока не заметили, что долгое время никаких работ на объекте не ведется. Мы выяснили, почему на мосту нет дорожников. Сидоровский мост начали ремонтировать еще в прошлом году. Тогда дорожники работали на участке выезда из города. Из-за погодных условий объект был сдан с опозданием только в декабре. В нынешнем году ремонтные работы были запланированы на другой стороне моста. Проезд для автомобилей по ней перекрыли еще в начале лета. Движение теперь организовано по объездной дороге. От этого даже днем образуются пробки. Но гораздо больше водителей волнует вопрос, почему дорогу закрыли, но никаких работ на ней не выполняют. Когда час пики бывает, там вообще по минут 40 стоишь. Вот из-за этих, как его, рельсы проезжают, фуры проезжают, они вообще почти останавливаются фуры. А рабочих не видно? Ну, я не знаю, уже 2-3 дня как не видел. Ну я вот в последнее время не вижу их, но очень давно делают уже. Пробки бывают, вот сейчас пик особенно, вообще кошмар. Приведением данного объекта в нормативное состояние занимается казанская компания «Мосты». Ее сотрудников удалось отыскать под мостом. Именно здесь проходят основные работы, а не на проезжей части. В ходе реконструкции заменят два пролета балок, в каждой по 7 штук. Они за 40 лет сильно износились и пришли в аварийное состояние. Весь мост подняли, выровняли. Там очень большая толщина была бетона. Чтобы разгрузить вот этот бетон, мы убрали. Сейчас выровняли мостовой пролет. Срок окончания всех работ 16 октября, а дальше эстафету организации «Мосты» передаст генподрядчику объекта, предприятию «Автодорог». Его сотрудникам и предстоит заменить асфальтовое покрытие. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.